Всем привет! Сегодня готовим помидорчики по моему любимому рецепту. Самый универсальный рассол. Все в нем хорошо сбалансировано. В меру соленый, в меру кислый, в меру сладкий. Вот такие замечательные помидоры получаются. Сейчас покажу, как я их делаю. Итак, все подготовила. Помидоры помыла. Укроп помыла и обдала кипятком. Банки как следует вымыла, крышки залила кипяточком. И здесь у меня чеснок, лаврушка и перец горошком душистый. Начинаем укладывать все продукты. Вниз кладем зонтики укропа. Если у вас есть зеленые, свежие, замечательно. А если нет, то сушеные тоже вполне сгодятся. И аромат от них тоже очень хороший. Я делаю сегодня в 1,5-литровых банках и кладем помидорчики. А рассол, маринад, я дам на 1 литр воды, чтобы можно было в любых баночках делать, не задумываясь, сколько чего класть. Стараемся, конечно, уложить поплотнее, но так, чтобы не раздавить. У меня здесь есть и длинненькие, и кругленькие помидоры, поэтому я думаю, что уложить плотно все получится. В середину баночки кладем чеснок, лаврушку и немного душистого перца. И продолжаем укладывать помидоры дальше. Наложила до верха и добавлю еще чесночку. Вот и все. И накладываю еще 2 баночки. В кастрюлю налила 2 литра воды и ничего пока не добавляю, жду, когда закипит. Вода закипела, заливаем банки. Накрываем крышками. И оставляем минут на 10-20. Чтобы помидоры прогрелись. Как определить, что уже достаточно? Если вы дотрагиваетесь до банки и рука терпит горяченькая, значит, все, пора сливать. Сверху на крышке положу досочку, чтобы крышки плотно были закрыты. Все, банки уже спокойно я держу руками, значит, пора сливать. На банку одеваю вот такую крышку с дырочками и сливаю воду в кастрюлю. Вода закипела, и второй раз заливаем помидоры. Прижимаю крышки и оставляю на 10 минут. Пока остывают помидоры, я почистила помидорчики не кондицию. И пробила вот так в блендере. Затем разлила вот в такие силиконовые формочки. И сейчас отправлю их в морозилку. Подробно, как сделать помидорные бомбочки, ссылочку увидите под видео. Проходите и смотрите. Второй раз сливаем воду с банок. Ставим на огонь и добавляем в кастрюлю. Столовая ложка соли с горкой на 1 литр воды. У нас 2 литра воды, значит 2 столовые ложки. Вот так. По 2 столовые ложки сахара на 1 литр воды. Уксус пока не наливаем, даем закипеть. Маринад закипает и добавляем 100 мл на 1 литр воды столового уксуса 9%. И еще 100 мл. Даем закипеть. Заливаем банку кипящим маринадом.
закатываем. Переворачиваем помидоры на крышки и укутываем. Итак, помидорчики готовы. Хранить я их буду при комнатной температуре, просто в шкафу. Хранятся отлично и съедаются моментально, потому что очень-очень вкусные. Попробуйте приготовить. Всем пока, до новых встреч!